Як доглянути за своєю шкірою, за своїм обличчям в умовах карантину, тобто в домашніх умовах, і власноруч поговоримо просто зараз з лікарем-дерматологом і косметологом Іриною Літос. Вона вже з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку. Доброе утро. Розкажіть нам, будь ласка, докладніше про те, яка ж прекрасна користь є з масажу обличчя, і все ж таки, як це зробити власноруч? Да, смотрите, на самом деле хотелось бы что сказать, что массаж лица – это то, что было одной из первых, да, вот в такой в косметологии, можно даже сказать, в начале всей эстетической медицины, потому что, конечно же, сейчас она уже не ограничивается только этим, да. Но когда не было никаких волшебных аппаратов, никаких волшебных средств, да, то у нас был массаж лица всегда. И это то, что работает, и работает и сейчас точно так же хорошо. Просто это метод, который требует регулярности. А у нас сейчас время, которое хочет чего? Немедленного решения проблемы, немедленного результата. Вот. Но если выполнять хорошо, правильно массаж лица и, главное, регулярно, то мы получаем достаточно хорошие результаты. Потому что что? Мы делаем, улучшаем кровообращение в тканях, да, за счет этого насыщение их полезными веществами, да, за счет этого мы стимулируем тоже за счет массажа фибробласты, у нас идет продукция коллагена и эластина, то есть кожа становится более упругая. Вот. Самое главное – это выполнять правильно технику, потому что если вы будете делать его неправильно, вы перерастянете ткани и сделаете только хуже, да, то есть вот этот момент не навредить, потому что сейчас самая большая проблема у меня – это онлайн-консультации, скорая помощь, потому что все дорвались до каких-то интернет-магазинов, скупают все возможные средства, маски, автозагары, боже, чего только мы сейчас не получаем, получают аллергии, маслами забивают все поры, и теперь спасаем, то есть в основном занимаемся этим. Жах, да, насправді. Автозасмага в період карантину – це, звісно, дуже оригінально. Пані Ірино, ну давайте раз... Да, у кого какая фантазия как шагнула, сколько времени есть. Давайте поговорим про те, как подготовить обличчя до массажа, взагалі, чи варто це робити, які, можливо, конечно, косметичні підручні засоби, або взагалі просто підручні засоби допоможуть жінці, огірки, я не знаю, або чоловікові перейти до процедури масажу. Смотрите, давайте остановимся сначала на массаже. То есть перед самой процедурой важно очистить лицо, да, смыть с нее весь макияж. Если вы выходили на улицу, то это еще и пыль, грязь улицы, да, то есть это правильно, хорошо очистить кожу, смыть с нее абсолютно все. После того, как мы умылись, очистили нашу кожу, в зависимости от типа кожи, тут это будет играть важную роль, потому что если у вас нормальная кожа, вы можете делать массаж лица по достаточно там маслу какому-то, по достаточно жирному крему, вам будет просто так легче его выполнять. Если же у вас проблемная кожа, либо же жирная кожа, склонная к высыпаниям, то мы выбираем для массажа более легкие текстуры. Это могут быть сыворотки, это могут быть гели. Да, то есть то, что не будет дополнительно иметь комедогенный эффект, да, действия. Вот. То есть очистили кожу, нанесли средства в зависимости от типа кожи, да, то есть либо жирный крем, либо масло, либо гель, да, если мы говорим о проблемной коже. И можно начинать массаж. Клас. Як це робити? Так, як це робити? І розкажіть, будь ласка, про основні точки, тому що, ну, як ми знаємо, на всьому нашому тілі є точки, які відповідають за певні органи наші внутрішні, які є на обличчі. Смотрите, первое, с чего мы начинаем со лба. Первая точка будет между бровей, да, то есть ставим большой палец и выходим вот так в стороны, делаем линии над бровками и останавливаемся на виске. Точно так же мы проходим с двух сторон все лицо, постепенно вверх, делая такой лимфодренаж от межбровья. Затем, следующее, мы спускаемся к глазке. Глазки мы массируем от внешнего к внутреннему,
И вот так вверх пошли опять к внешнему, да, легкий лимфодренаж. Это позволит убрать застой в периорбитальной зоне, вот эти мешки, да, отечность такую, пастозность лица. То есть и вот так медленно, мягко. Основное, не перерастягиваем кожу, не тянем ее ни в какие стороны слишком сильно, потому что, да, вы только ухудшите это, этим весь процесс и весь внешний вид свой. То есть вот так мягко массируем лимфодренажный. Если у вас есть, допустим, какой-то крем для лица с металлическим наконечником, такие часто сейчас продаются, то можно им делать этот лимфодренаж, когда вы утром, вечером наносите свой ежедневный уход. Следующее, это от носика, да, то есть ставим пальчики и пошли вот так в сторону лимфодренаж. Главное, мы тянем, мы идем вот так кверху, да, то есть не вниз. И это тоже основная проблема, когда наносят свой утренний либо вечерний крем, потому что наносят и тянут лицо как все наносят, вот так. Да, да? Я так и роблю. Ай-яй-яй. Все. Тепер моє життя змінилося докорінно щойно. Основное мы все равно должны тянуть, ну, как бы направляться наверх, да, потому что гравитация и так тянет ваше лицо вверх, вниз, а вы еще это усугубляете. Поэтому следующее. Потом идем все такие сумни будут ходить. Под носом, да, над верхней губой, между верхней губой и носом. И тоже делаем вот такой массаж. И вот так постепенно проходим все-все лицо. Да, от подбородочка тоже. И так с две стороны расходимся симметрично, делаем массаж. От ви кажете легенько, просто у багатьох людей масажі асоціюються саме з якимись неприємними чи навіть больовими відчуттями. Тобто це все неправильно і такого не має бути. Ну, самый массаж, если вы это не умеете, никогда не делали, да, это у вас впервые, я не рекомендую прилагать никакие дополнительные силы, потому что если вы будете делать в достаточно легком режиме, но дольше, вы получите хороший результат. А как часто это треба робити, пані? До речі, як часто? Як часто це треба робити і у який порі, там, зранку чи ввечері краще? Розкажіть про масаж обличчя. Тогда, когда вам это удобно на самом деле. У нас у всех разные биоритмы, разные графики, поэтому в зависимости от того, когда у вас есть время. Чаще всего мы делаем это когда? Вечером, да, перед сном, после умывания, после всего, ну, как бы, такое, дополняя вечерний ритуал. Пані Ірино, як стреси впливають на вираз обличчя, зрештою, так, всі ці переживання? Розкажіть, як вони сказуються на нашому зовнішньому вигляді? Плохо, конечно. Же плохо и имеют такую очень тесную связь, поэтому когда вы находитесь в стрессе, а особенно это не острый стресс, да, когда у нас идет выработка сразу же всего, да, и организм там через 90 минут уже в норму приходит, там, после прыжка с парашютом, а именно хронический стресс, который постепенно вас истощает. То есть вот эти стрессы, они хуже всего влияют на наш организм, потому что снижается в первую очередь иммунитет, и снижается общий иммунитет, и снижается за ним сразу кожный иммунитет, поэтому у вас могут появляться какие-то заболевания, к которым вы были предрасположены, либо очень часто обостряются хронические заболевания, которые были в ремиссии. Вот. Затем, что еще? Сейчас очень сложно на нас влияет маска, да, то есть постоянное ношение этой маски, это тоже все обостряет вот эту зону периоральную. Вот. И особенно те, у кого есть такие заболевания, как и периоральный дерматит, и розацеа, и акне, да, то есть они сейчас первые, кто получает свои обострения, это тоже сложности. А до речі, як можна за обличчям доглядати особливо, що потрібно додати в свій повсякденний догляд за обличчям у зв'язку з носінням маски? Это будет очень индивидуально и будет зависеть от того, какой исходный, да, какие исходные и тип кожи, и проблемы кожи. Вот. Что хочу сказать, что сейчас мы находимся в большей степени все время в помещениях, да, то есть мы мало выходим на улицу. В помещениях сухой воздух, значит, наша кожа испаряет в своей поверхности больше влаги. Поэтому очень важно
кожу, находясь на карантине, хорошо увлажнять. Делать увлажняющие маски 1-2 раза в неделю, наносить увлажняющие средства, крем, сыворотку, то есть усилить как можно сильнее увлажнение. Затем, сейчас в этот период страдает наша водно-липидная мантия. Это такое покрытие сверху на нашей коже, такая как пленочка. Она состоит из жиров, которая защищает нашу кожу и предотвращает вот это все пересыхание, повреждения, воздействие на нее химикатов. Это касается и рук в том числе, потому что сейчас у нас период чем сложный. Мы столько в жизни не мыли эти руки, да? Это точно. Постоянное агрессивное мытье, постоянное использование антисептиков спиртсодержащих, это очень пересушивает, это пагубно влияет на нашу водно-липидную мантию, что в свою очередь ведет к пересушиванию кожи. Поэтому важно наносить еще и барьерные средства, средства с омега, с жирными кислотами, которые будут и восстанавливать в том числе и водно-липидную мантию. А пані Ірино, а що можна вдома зробити власноруч, тобто для рук, для обличчя? Можливо, якісь засоби не обов'язково купувати в магазинах, тому що зараз все ж таки більшість крамниць закриті. Може, щось порадити нам? Магазины работают, да, но я не призываю никого бросаться во все тяжкие, потому что вот мы сейчас получаем уже все осложнения таких экспериментов. Смотрите, то, с чего мы начинали, и вы смеялись, но на самом деле самое такое безопасное и хорошо работающее, это, конечно, будет огурец. Я так і знав. Я ж казала тобі, огірки не тільки в салат, а й на обличчя. Да. Только прошу их после этого не есть. Смотрите, что мы делаем с огурцами? Натираем на терку, добавляем лимон, выжимаем лимон туда, лимонный сок, то есть обогащаем его витамином С, наносим на 10 минут на лицо, на очищенную уже кожу. Ну, да, зважаючи, що правда на ціни зараз і на лимони, і на огірки, це така вийде маска, що потім можна... На що не підеш заради краси? Пані Ірино, ну, потім розкажи... можна чоловікові в салат. Це все. Все одно, да? Він то не знає. Пані Ірино, а скажіть, будь ласка, а ось ми вже говорили про масаж, а як завершити процедуру самомасажу? Як, ну, і як там... після цього обробити, можливо, обличчя? Смотрите, что еще я пропустила? Я пропустила начало массажа, да, то есть важно еще начать с чего? С массажа шейно-воротниковой зоны, перед тем, как делать массаж лица. То есть такими мягкими движениями сверху вниз мы делаем массаж затылок от волосистой части в шею, затем боковые зоны и зоны в переднюю зону шеи, спускаемся на декольте. Вот такой лимфодренаж мы делаем вниз к груди. Закрываем массаж, завершаем массаж мы легкими похлопывающими подушечками пальцев такими движениями. Да, вот так как побиваем, такой тоже легкий лимфодренаж делаем по всему лицу. И закрываем, наносим питательную маску после массажа тем, кому это можно. Конечно же, по типам кожи. Закрываем. Либо, если у вас нет уже сил на маску, наносим ваш уходовий крем вечерний. Дякуємо, дякуємо вам. Сподіваємося, дуже. Ці поради знадобляться нашим глядачам і нам, звісно, і глядачкам. Я впевнена в цьому, тому що от я, наприклад, дуже багато для себе важливого і нового дізналася, особливо про те, що я неправильно собі наношу крем. Тепер я буду це знати. Дякуємо вам дуже. З нами на прямому зв'язку була Ірина Літус, лікар, дерматолог і косметолог, і розказала нам про самомасаж обличчя.